На конкурс «Дети читают стихи». Здравствуйте, меня зовут Васильева Алена, мне 17 лет. Я из села Владимировка Тогучинского района. Совсем недавно я познакомилась с творчеством Леонида Филатова. Оказывается, он известен не только как актер и автор Федота Стрельца, но и как талантливый поэт. Одно из моих любимых стихотворений — «Разговоры на балу», которое я сейчас прочитаю. Неужто этот ловелас так сильно действует на вас, святая простота? О да, мой друг, о да. Но он же циник и позер. Он навлечет на вас позор и сгинет без следа. О да, мой друг, о да. И зная это, вы б смогли пойти за ним на край земли, неведомо куда? О да, мой друг, о да. Но я же молод и умен, имею чистыми миллион и нравом хоть куда. О да, мой друг, о да. И все же мне в который раз придется выслушать отказ, сгорая от стыда. О да, мой друг, о да. Ну что ж, посмотрим, кто есть кто. Годков примерно через 100. Кто прах, а кто звезда. О да, мой друг, о да. Боюсь, что дурочки и те в своей душевной простоте не смогут вас понять. Как знать, мой друг, как знать.